Прям такие говорят, на, да нам не жалко, забирай. Забирай, нам не жалко. Мозги. Мяу. Похоже, знаешь на что? На обитель зла. Помнишь этот? Комнату с лазерами. Пойдем справа налево. Я такой, на самом деле, человек арабских правил. Богатырь, ты что ли? Дробовик. Тут патрон так много. Дробовик. Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хан, мы продолжаем проходить игрушку под названием Black Mesa, и я хочу сразу вас предупредить о том, что FPS на данном видео занижено, оно не 60, а 48, поэтому, если будут какие-то косяки, в тормозах там, еще где-то что-нибудь там, недолаги будут какие-то, не ругайтесь, пожалуйста, я хочу проверить, как будет действовать у меня вебка, как будут появляться пиксели в зависимости от FPS, потому что снимая на 60 FPS, снимая на Full HD, 1080 у меня периодически появляются пиксели, как вы можете замечать на прошлых роликах. На последнем, на предпоследнем, на предпоследнем и так далее. А сегодня, сейчас я хочу проверить, как у меня будет идти видео под 48 FPS, чуть-чуть занизив их в OBS-ке. Ничего страшного, продолжаем. На чем мы остановились в прошлой серии? Мы остановились сами на том, что мы бегали по мусорному заводу. Проходили огромное количество ловушек. Испытаний и бла-бла-бла. Походу начинается что-то жесткое. Музыка! Музыка! Сразу убил, хорош. Второй вижу. Третьего! Убил. Кажется, я убил их. Эти штуки. Так. Их шарики сгорают. В этой штуке. Синий. Это хорошо, врагов больше не вижу. Окей. Сейчас куда? Где он? Убил. А мне-то куда идти-то, лол? Ну давай перепрыгнем, я не знаю. Может надо перепрыгнуть, ахз, честно говорю. Действуем наугад. Проходим игру наугад. Фак. А как, подожди. Тебе надо попасть сюда наверх? А уже оттуда получается, да? Каким-то чудо-образом? Ладно, сейчас придумаем, подожди. Сейчас придумаем, не очкуй. А, ву. Я думал, что-то сверхсложно будет. Оказывается, нет. Оказывается, все как обычно, мы привыкаем. Ничего бы патрон давал эта штука. Было бы вообще офигительно. F5. Ого. Давай дробовик тебе возьмем. Дробовик. Тут патрон так много. Дробовик. С тобой играть прикольно. Дробовик, ты крутой, дробовик, хочу быть с тобой. Раз. Патрон. У меня патроны есть. Так, тихо. А, не упади. Пока есть патроны, я баловаться не буду. Найс. Пока есть патроны, нужно быть внимательным. Так кто? Ух ты! А эти пацаны-то откуда, лоу? А пацанов кто позвал? Подожди. Кто позвал пацанов? Или типа вылупляются эти контейнеры, которые ломаю, лоу? Так тогда их нельзя ломать, получается, да? Тогда, получается, их ломать нельзя. А я, дурак, ломаю, прикинь. Я, главное, ломаю, думаю, сейчас все в порядке будет, оказывается, нифига себе. Оказывается, нифига себе. Ладно, подожди. Я слишком растерялся. Поя или подпевая песни про дробовик. Поэтому ничего страшного, играем заново. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Тихо. Пацаны дерутся. Пацаны дерутся, это очень плохо. Пацаны дерутся, это очень плохо. Найс.
Откуда тут только ребята? Ребята, чего так много? Я-то один совсем. Нет, надо что-то делать. Надо как-то прятаться. Надо как-то прятаться. И почаще сохраняться вот желательно. Например, отсюда. F5. Смотри. А что взорвался сейчас? Не понял. А нафига это взрывают? Слышь? Ну реально, типа нафига взрывают все? Типа какая-то плюшка в этом есть? В том, что взрывают все? Если да, то я не знал. Может там ХП как-то тратить по-особому, и я ХЗ. Может это и все происходит? Тихо. Пусть они не стреляют, пацаны эти. Так. Назад. Давай назад. Надо учиться уйти назад. Там, когда у нас не было проблем, уйти назад. Врагов более я не вижу. Поэтому я могу смело повзрывать вот эти вот все башенки. Не знаю зачем, но надо их повзрывать. Я думаю, что я все делаю все правильно. И я вообще молодец, как бы. Ох ты, настоять. Будем играть аккуратно. Потому что тактика аккуратности еще никогда никого не подводила. Опа. И сюда. Найс. И сюда. И найс. F5, пожалуйста. Взорви, пожалуйста. Поехали. Башня. Хрень. Мозги. Еще раз давай. Еще раз мозги можно? Вот так вот все взрываем. Хорошо, играет. F5. Найс. Взорвал. Ой. Этих пацанов не надо трогать. Ни при каких условиях их лучше не трогать. Потом же мне хуже будет. Меня кто-нибудь один раз толкнет потом, и все, я буду плакать весь прошлый выпуск. Ой, следующий оставшийся. А нафига мне плакать, когда я могу поиграть смело? Смело. Круто. Жестко. Уничтожать всех противников налево-направо. F5. Погнали. Ломай. Хорошо. Качки на месте — это плохо. Главное, я говорю хорошо, а качки на месте — это плохо на самом деле. Когда я вижу качков, мне как-то не по себе. Ну, сами понимаете, качки, они же здоровы, да, ребята? И поэтому они могут и втащить, как бы, и ударить. Тихо. Я вижу мозги. Но почему-то они меня не стреляют. Это странно. Может, я договариваюсь как-то о чем-то? Вроде бы мозги мозгами, да? А такой херней занимаются. По мне не стреляют, там еще что-нибудь. Песня про дробовик бесконечная. Я буду песню про дробовик пел каждый день, но нельзя отвлекаться. А я такой человек, один раз отвлечешься и все. И это навсегда. И это навсегда. А мне нафига так делать? Мне так не надо, мне так нельзя. Мне нужно сосредоточиться более-менее на игре и стараться убивать мозголомов. Ой, не мозголомов, а этот Warface. Мозговитых пацанов. Они же шарами своими пыляют. Ты посмотри на них. Чуваки-то совсем охренели. Шарами пыляют. Пыляют. Это где? Ага. Ну, я могу еще сказать. Это все тот же завод. Ничего нового здесь нету. Все тот же привычный нами завод. Опа. Попали мы наконец-то на шарик. Да в смысле? Как я упал? Я же вроде нормально все делаю, почему я падаю? Здорово, мужики. Включите, пожалуйста, мне попрыгунчик. Вот этот попрыгунчик включите мне, пожалуйста. Чтобы я без косяков залез куда нужно. Ага, спасибо. F5 нажму. И нос подчешу. F5 нажму. Ну-ка, тихо. Мужик, дай пальчиться, имей совесть, я тоже хочу. Спасибо. F5. Ты ведь тут не один работаешь. У тебя команда есть, коллеги там, прочие пацаны. Опа, спасибо. F5. Это куда залез? И нафига? Ага. Ну как бы... Опа. Команда из России занимает первое место в гимнастике. Здрасте, я к вам. Теперь я поеду на вашем экспрессе. Блин, серьезно, как будто, знаешь,
в большом городе, добираюсь до какого-нибудь музея, допустим, по маршруткам. Ну или не по музеям, по каким-нибудь другим интересным местам. Например, есть вот такие вот синие и голубые шарики интересные. Хорошо. Хорошо. F5. В смысле? И нафига? И нафига? Ты больной, не? Взял, главное, закрыл. Хотел разбить эти штуки. Кто стреляет? Богатырь, ты что ли? Оу! В смысле? Ладно, я спущу. Я... Хорошо, я спущусь, говорю. Вы нафига такой фигней занимаетесь? Ребята. Ага. Его что-то питает. Это было в смысле? Ага. Не работает, не работает. Понял, понял. Я понял, понял, не работает. Опа, тихо. Опа, тихо. Это что такое? Это не ХП. Это не ХП, а что это? И как я умер? Подожди, еще раз. Я сейчас не понимаю пока. Такой триллер происходит непонятный. Что-то все дамажат меня. Все прям убивают. Как будто я лох какой-то, бота нашли они. Которого так легко победить. Ну-ка, подожди. F5, нажми, пожалуйста. Да в смысле? Ой, ребята. Найс. Найс. Да в смысле? Кто? Кто стреляет? Пальцем на него. Кто стреляет пальцем на него? Он ведь мог один с двух сторон на меня нападать. Это же абсурд. Опа. А, все. То есть этот чувак закрыл проход с собой. Своей магией он закрыл проход. Во, прикольно. Спасибо. Во дела. Эти чуваки уже настолько охренели, что закрывают. Я как бы хотел слезть, но игра говорит нет. Да в смысле? Игра говорит нет, не слазь, используй телепорт. Так я... А ну-ка подожди. Но ведь не откроется. Правильно, он не открывается, хорошо. А что тогда за намеки? А куда мне идти? Ну как бы слева тут не пройду, это очевидно. Портал не работает, все хорошо, как обычно. Ну это же хрень как-то отключается, правильно? Интересно. Надо подумать как. Наверху я ничего такого сверхлазерного, сверхсложного не вижу, как бы. Да блин. Может... А, у! Да, конечно, ну. У нас только специальность уничтожается. Естественно. У нас комары настолько слабые, оказывается, что не могут банально пробить эту хрень. Ну ты понял, о чем я говорю? Смотрите, как дураку объясняют еще раз. Ты все сам понимаешь, что у меня умный подписчик. Ты нашел мой канал, значит, ты найдешь извилин. Для того, чтобы додуматься. Прыгай. F5. Патрон дай. Да ты... Ну почему? Ну почему? Так, чем он питается? Найс. Одну питалово убил. Второе питалово. Вижу. Да в смысле, лол? Ты дурак? Да ты дурак? Я понимаю. Но что понять, если... Что понять, если игра меня троллит? F5. Игра меня во всех смыслах троллит. Просто прям унижает. Такая берет. Ха-ха. И вот так вот делает. Прям ха-ха, как Нельсон и Симпсонов. На тебе. F5 давай. Так. Я голожопого убил? Тут и не голожопо бегал. Вот он, да. Голожопого убили. Осталось... все. А все, все закончились. Уже никого не осталось. F5. Спасибо. Опа. Да в смысле, лол? Так. Так. Эта хрень, наверное, где-то снизу, да, включена. Раз такая длинная козява. Опа. Раз. Два. Три. Четыре. А, ву, козява. Я же тебе говорю, козява работает большая. Значит, козява. F5. Раз.
2. Ух ты! Я думал, не долечу. А ведь все шансы были не долететь, слышь? Все шансы были остаться там, внизу, с контейнерами. Ну, типа, я подпрыгиваю и могу дальше подпрыгнуть с помощью вот этого штуки. 5. Ну, давай сюда залетим. Может, тут есть что? Есть что? Пока что, кроме кишков, я ничего не вижу. А может, здесь? Ой-ой-ой. И... Ой, спасибо. Ой, спасибо, два раза. Два раза спасибо. F5. Уии! Так. Да кто? Портал. Допустим, портал, ладно. Допустим, портал, хорошо. Здрасте. Допустим, портал. Портал-то, по крайней мере, лучше, чем пацаны летающие мозгови... А почему-то хрень зеленая горит. Обычно такую пыльцу носит этот мозговитый пацан. Который пытается меня убить. F5. У нас ХП есть хотя бы. Это уже лучше, чем ничего. Так, давай сюда сунем сначала. Пойдем справа налево. Я такой, на самом деле, человек арабских правил. Не понял. В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? Опа! Где? Да хоть кто-нибудь где? На, убил. Тихо. Раз. Два. Три. Все, всех убил. Да побеги. В смысле? А почему меня отправили в эту комнату, где... Миллиард пацанов, где они все? Ой, откуда они все здесь? Это бред какой-то, алло. Нафига меня отправили сюда? В игре миллиард комнат меня отправляют именно сюда? Где противников больше всего. Или все-таки арабская мета не работает, да? Типа надо было идти... Ой-ой-ой. Да в смысле? Так. F5. Вот встану я сюда. Мяу. Похоже, знаешь на что? На обитель зла. Помнишь этот? Комнату с лазерами. Опа. Хорош. Прикольное место. Мне так нравится. Вот эти здания с лазерами. Они реально кайфово придумают. А это что такое темное? Не то, что все остальное. Все остальное какое-то более-менее скучное, мне кажется. Ну, это чисто мне кажется. Я не знаю, как у вас там все происходит. Но мне кажется, что оно довольно скучное. А вот эти комнаты с лазером, они интересные. Ну на. Не понял. А, ну теперь я понял. Все, а, все поле уничтожено. Типа я мог выбрать. То есть если бы я выбрал правое. Я пришел, ну в смысле я выбрал правое, да? Тут было миллиард этих пацанов мозговитых. А если бы я выбрал центральное, то мне могло бы повезти. Или например левое. А нафига я выбрал именно это? Потому что я дебил? Или потому что я кто? Нафига я выбрал эту комнату? Если можно было бы выбрать другую. Опа. Раз. Два. Три. Так, а можно, пожалуйста, погулять по другим комнатам? Или все? Мне просто ради интереса хочется узнать, что я упустил. Ну, пойду в центральную схожу, да? Даже если я проиграю, то пофигу. Зато ради интереса узнаю, что я мог пропустить. Или пропустил. А. Ну, здорово. То есть это одна и та же комната, да? Нихера себе! Это не одна и та же комната, ребят! Это не одна и та же комната! Убил! Убил! Опа, 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 тихо! Пацаны, вы за мной! Вы забыли, что ли, меня? Вы забыли меня или что? Да в смысле? Нет. Лучше не пробовать. Комната заработала? Заработала. Погнали. Мне этого уже достаточно. Я понимаю, что я не такой крутой перец, который должен проходить эту игру. Я немного хуже. Немного слабее. 5. Опа. Да что вы? То есть я был прав. Надо было все-таки все комнаты уничтожать. Окей. Окей. То есть так и так мне придется уничтожать все комнаты. Можешь хотя бы ХП взять?
Потому что без КП-то я лох. Без КП-то я лох. Меня только что эти вартигонты с двух ударов замочили. Как-то так. Как-то так. А вартигонтам проигрывать, это себя не уважать. Да, вартигонт? Вы же такие слабенькие вроде бы. Взять хотя бы вторую колу, там еще какую-нибудь. Я вас легко уничтожал. А здесь что, в Black Mesa, когда вы толпой прям 5 на 5 там. Ой, какой 5 на 5? 5 на 1. Спасибо. Я уже думал, никогда не догадаешься. Раз. Да тихо, пацаны. Как не родные, честное слово, ну. Мы же с вами вроде бы всю жизнь вместе тусились. На. Выкуси. Все, славал. Красава. Успокойтесь. Вы главное успокойтесь, пацаны. Главное успокойтесь, не кипишуйте, все нормально. Я вас вылечу. И от ковида. И от ковида, и от прочей херни, я вас всех вылечу. Опа. У меня же крутой мистер Фриман. Он может всех убивать. Мистер Фриман просто берет и всех уничтожает у меня. У меня самый крутой мистер Фриман в мире. Опа. 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 Ой, хорош. Вот разве какой-нибудь другой бы мистер Фриман. Так ловко, как я прошел бы эту всю хрень, я думаю, навряд ли. Так проходит только мистер Фриман в единственном экземпляре. Именно на моем канале. На других каналах такое не показывают никогда. И нигде. Даже по телевизору не показывают. Только на моем канале. Только у меня этот эксклюзивный контент, про который я уже рассказывал. Вы найдете все ответы и вопросы, и интересные материалы. По поводу мистера Фримана, его истории, биографии и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пошли. У нас остается одна левая комната, получается, да? Вот эта вот. Вот эта вот левая комната. Которая, скорее всего, отвечает за самый нижний портал. Охренеть. Я же надеюсь, ты... Камни! Опа, 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 опа. Почки вышли из чата. Почки вышли из чата только что. Ну, типа прикол. Понял, да? Камни в почках. Опа. Найс. Все? Это самая легкая комната, ребят. Я вам серьезно говорю, нужно было начинать слева направо. А вот из-за того, что я немного араб. Из-за того, что я немного араб. Не понял. Не понял. А как? Но зато прошел, зато прошел. Уже радует, как бы, да? Зато я прошел. Давай еще раз, подожди. Мне так понравилось? Нет. Нет. Как бы окей. А двигаться мне как? А, воу. А, больно. Еще раз. А, больно. Еще раз. Это было очень больно. Особенно последний раз. Меня ж, по-моему, с трех сторон ужалило. Все провода, которые были, да, вот эти электрические, они все меня ударили. Каждая хрень меня несла мне дамаг. Это обидно. Ну и справедливо, с другой стороны, правильно? Правильно. Я заслужил, наверное, все эти уроны. Все эти вот херни. Опа, F5. Патрон нету, прикинь. Все люди как люди, а я без патрон. О, дела. А можешь патроны, пожалуйста, взять? А, его тут не было. Справедливо. Так, мне тогда, получается, нужно идти обратно. Во второй или в третий портал. Ой, прыжок. Во второй или третий прыжок, чтобы восполнить себе боезапас. Там же есть такие лазеры. А тут ни хера такого нету. Тут только хпшка есть. И то. И на этом спасибо, как говорится. Угу. Спасибо, Вартигон. Я еще вернусь к тебе. Потому что у меня 99 брони. А надо мне-то... А мне нужна сотка. И патроны мне не дают. Ни патрон не дали. Ничего остального, лол. Опа. Ага, спасибо. Пошли. Ага, вижу. Похоже, хрень, как у зергов была. Я только не знаю, что именно, но похоже на зерговскую. И звуки такие же зерговские. Обалдеть.
Обалдеть. А вы куда меня, алло? Алло, я не хочу. Нафига? А, ну как бы все. Загрузка и серия. Меня как бы уже начинает стучать в дверь. Я прям слышу, как стуки в двери идут. И серия такая говорит: Дима, ты на часы посматривай. Потому что вот-вот, скоро конец. А я таймер не ставил, потому что я думал, серия будет короткая. Думал, будет финал, а нихера подобного. Финала сегодня точно не будет. Финал пока никто не заказывал. Поэтому проходим дальше. Проходим дальше смело. И пытаемся что-нибудь расследовать. Например, вот эту хрень. А это точно Xen? Ну типа, то, что было раньше, это да, это Xen. А то, что я вижу сейчас, мне уже... Мне уже почему-то не верится, что это Xen. Что это за хрень? Что за провод? Ну допустим. Здрасте. Здрасте, алло. Откройте дверь, пожалуйста. Будьте так добры. Да, откро... Ну я на это и рассчитывал. В смысле? Уничтожай давай. Ну, ну. Делай. Где пацан? Вижу. Убил. F5. F5, давай. Второго никого не вижу. И вроде бы все в порядке, да, у меня? Можно, наверное, даже сюда так подойти. И типа ждать чуда. Спасибо. О-о-о. Блин, какой вы лист? Ой, не лифт. Не лист, а лифт. Но у меня вопрос другой. Вопрос немного другой. Что мне ставить на превьюку? Убил. 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 Да вроде нормально пока что получается. Играем дальше. В смысле? Убил. 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 Еще есть? Вроде бы нету. Спасибо за потрошки. Спасибо, кстати, за потрошки. Потрошки я сами уже 1000 лет не получал, а тут прям, смотри меня, щадят и щадят. Щадят и щадят. Прям такие говорят, на, да нам не жалко, забирай. Забирай, нам не жалко. На превью ходишь? Нам, наверное, нет, говно какое-то, да? Вообще какое-то тупорылое место для превьюхи. Может это Ну, конечно. Стоит мне на секунду отвлечься, сразу пацаны нападают. Опа. Сразу пацаны нападают, еще кто-нибудь нападает. Это у нас же так модно, да? Нападать тогда, когда человек занят немного. Когда человек решил с подписчиками пообщаться, так модно, да? Хорошо, хорошо. Я буду так же теперь делать. Смотрю, кто-то общается, да, с кем-то. Прихожу такой и начинаю в него огненными шарами херачить. А что? По-моему, звучит весьма даже хайпово. Спасибо. Ну, наверное, на концу этого лифта... Мы сами закончим этой серии. Так, я спрыгиваю. Пацаны, потому что дальше это будет беспонтово. Спасибо. Да в смысле? Как бы да, но как бы... это не у вас лагает, ребят. Это у меня лагает FPS. У меня лагает FPS и все остальное. Поэтому смотри, пожалуйста. Я не хотел. Я не хотел, чтобы вас тут лагало. Лагает пока что у меня. F5. Так, одну хрень уничтожил, да, получается? Теперь надо ко второй. Опа. Найс, 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 найс. Давай, 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 давай. Найс, найс, найс. ХП. F5. Ой, не F5, а быстро взорви. Мэп почему-то, знаешь, красная фраза, типа красный код опасности, это F5. У меня почему-то кнопка F5 ассоциируется не только с безопасностью, типа сохранения там, еще что-нибудь. Она еще говорит мне, типа, опасно. F5. Это, знаешь, так можно... если бы я был каким-нибудь командиром, типа майором, генералом, еще кем-нибудь, я бы говорил F5. Вместо код красный, там еще что-нибудь. F5, просто F5, и
Твоя команда в безопасности. Спасибо за хпшку, кстати. Спасибо за хпшку. Она мне очень пригодится в дальнейшем. Я прям в этом уверен очень сильно. Где кто? Вижу. Убил. Убил девочку. Девочку убил. Еще где? А, схавал, да, лох? Схавал лошара. Ну-ка. Так, спасибо за защиту. За защиту, спасибо. Мне дефенс нужен. Найс. Найс. Да в смысле, у меня хп в ноль. У меня хп ноль. Хп ноль. А! Райс. 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 Вместо раз буду говорить райс. О! Ребят, начинается опять жопа, я опять начинаю паниковать. Можешь, пожалуйста, я помолчу немного? Ну просто реально, у меня бывают нервишки такие, шалят. Мне приходится молчать больше обычного. Ёпы РСТ, ёпы РСТ! А так это ж... Это ток, наверное, бьет, да? Это не галлюционная пушка. Это не пушка галлюционная, или как там правильно называется-то, я забыл. Это какие-то щиты, софты пошли. Опа. 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 Опа, 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 опа. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Так, вперед. Вперед. Давай, прячься. Надо куда-то спрятаться и найти хпшку себе. Вот хпшку вижу, хорошо. Хпшку я уже вижу, тогда это меня радует. А! Они сами себе защиту ломают, я ору. Сами себе защиту ломают, прикинь. Эти мутанты настолько озверели, что сами себе ломают защиту. Опа. F5. Опа. За хп. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Давай, 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 давай. Давай, давай, лечись. Братан, братан, лечись, пожалуйста, просто лечись. Просто лечись. Я буду ломать и лечить. Я буду ломать и лечить. Опа. Найс. F5. Давай, 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 давай. Огненная защита. Есть. Взорвал. Обратно, хп. Опа. Хп беру. Одного убил. Второго убил. Остался последний. Остался последний. Последние два. Ну ничего страшного. Последние два, последние три, последние четыре, последние пять. Неважно. Убил. F5. Полетели. Ничего страшного нету в количестве. Главное в качестве противников. Главное все дело в качестве. Мне как бы насрать. Сколько их, да? Мне главное, сколько они наносят дамага. И как против них сражаться. Вот это очень не главное. Остальное, ребят, значит, насрать. Я серьезно говорю, мне насрать. Не главное понять, где слабое место у противника. Например, у этого, где слабое место? Почему я ломаю, 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 ломаю защиту? А это все бесполезно. Ты мне скажи. Почему ломать защиту чуваку бесполезно? Опа! Найс! Есть! Выход где? А! В смысле? Тихо, прикинь! Ого! Главное, там выход есть? А тут выхода нету. Мочи, 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 мочи! Найс! Найс! Есть! Ну все, это самая сложная комната была за всю историю игры. Возможно, в следующем финальном выпуске будет намного сложнее. Я, конечно, на это не рассчитываю, но готовиться нам стоит. Мне пока есть чем заняться. Нужно посмотреть, как вышло качество этого видео. Нужно посмотреть, как мне проходить. Какую тактику выбирать для финального босса. Потому что вот это все. Ребят, в следующем выпуске уже будет финал. Видишь башню ту? Это финал, я серьезно говорю. Ты больше не веришь, я тебе говорю, это финал. Поэтому ставь лайк, если хочешь финал. Подпишись на канал, если хочешь финал. Попроси друзей подписаться на канал, если хочешь, чтобы серия вышла как можно раньше. Вот. Также переходи по ссылкам, которые находятся в описании под видео. Там есть группа ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер. Везде подписывайся, ставь лайки. Всего тебе хорошего. Пока.